наш телеканал АТВ, я Михалыч, представляем прогноз погоды на 24 июля. Всем летних пожеланий. По республике ночью, по юго-западу днем в большинстве районов грозы, кратковременные дожди, днем ливни. По югу возможен град. Утром местами туман, ветер восточный с переходом на западный 6-11, днем при грозах до 20 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью минимальная плюс 9, днем до 31 тепла. По центральным районам ночью плюс 14-19, днем 31 тепла. По южным районам ночью плюс 17, днем 32 тепла, по юго-западу до плюс 25. В нашей родимой столице ночью без осадков, днем гроза с кратковременным дождем, ветер восточный с переходом на западный 4-9 при грозах до 18 метров в секунду. Температура ночью плюс 17, максимальная днем до 30 тепла. Атмосферное давление существенно не изменится. Это был прогноз погоды. На первом альтернативном с вами был Михалыч. Всем самых жарких пожеланий!